Берем любую глубокую емкость. Наливаем в миску 600 грамм кефира. К кефиру добавляем сметану. Лучше взять 26%. Выдавливаем весь пакетик. Теперь добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Ну, можно развести и лимонку. Тоже вариант. Тщательно все перемешиваем. Можно взбить блендером. Теперь понадобится глубокая емкость и дуршлаг. В дуршлаг кладем марлю в 10 слоев, но у меня ее не оказалось, поэтому я взяла обычную тряпку. Получившуюся массу вливаем на марлю. Закрываем сырную массу марлей или тряпкой. Слегка прижимаем и сверху кладем пакет крупы. В таком виде на 12 часов отправляем в холодильник.